Йоу! Привет всем любителям качественной музыки! В эфире проект KZNN. И сегодня, 19 сентября 2023 года, я анонсирую наш новый проект, новый виток нашего творчества. Итак, с сегодняшнего дня мы начинаем вести так называемый видеодневник. Первоначально это будет видеодневник о записи, написании, сведении, мастерингу и так далее композиции «Лети, моя птица». Нашей новой композиции, которая выйдет вслед за Sunlight. И, конечно же, окончательный вариант данного видеодневника выйдет на нашем YouTube-канале, который вы смотрите прямо сейчас. Спасибо вам большое. Но, если вы настоящий поклонник проекта KZNN, то вы просто обязаны подписаться на нашу группу в мессенджере Telegram, ссылку на которую я оставлю в описании к этому ролику. Там будут сливаться все рабочие моменты. Может быть, конечно, не все, но большинство рабочих моментов, большинство видеороликов, которые будут потом в дальнейшем и смонтированы. Итак, KZNN, проект «Видеодневник», композиция «Лети, моя птица». До встречи в эфире!